Много букв. Здорово, ребята, всем здорово, всем привет. Если, короче, там, не знаю, чисто по вашему требованию, короче, если заебет музяка, если, типа, скажете, да офай ты нахер ее, она вообще не нужна, то, как бы, я и офну ее, вот, пока пускай играет. Я вот, кстати, а, блин, ее же не отключить здесь. А, так, а что у меня там по лайкам-то? 6410, ух ты. А так-то много, я очень хочу сказать. Так, а мы... Мулы... Осторожно... А нам куда надо идти-то вообще? Ой, нам нифига себе, куда надо ехать-то вообще. А, ну только так. Ага, ну ладно. Так, а мы все взяли? Я уже забыл, на самом деле, выполнение заказов, стандартные заказы. Это чё, куда вообще? А, это ветростанция, это... Да не, нафиг надо вообще. Общее хранилище, получение грузов. А, чуваки груз напихали. Блин, это в столичный узел, короче, доставлять. Пункт к западу. И все, типа. Ну, не-не-не-не-не. Ладно, я ничего не буду доставлять. У меня, в принципе, все уже есть. По сути дела. У меня так-то все есть. И мне, по сути, только вот доставить вот сюда, в портовый узел. И все. Давай выйдем, короче, отсюда и построим нормальный маршрут. Ой, а чё по лайку, кстати? Ну-ка. Бля, и что? Никто не поставил лайк? Даже челу поставили 7 лайков, типа. А мне за бэбика ни одного лайка не поставили. Почему? Все чисто. Добро пожаловать на острый приказ. Почему? Вопрос. Ой, бляха. Не, на самом деле немножко запорненько. Сэр, это Харт. Управление. Твой друг. Тоже шеф Тутум. Наша болезнь началась с берега. Так. Точнее, с того, что мы его обнаружили. С того берега моря, когда-то, который не переплыть. Когда-то на вопрос о жизни после смерти отвечали только религия и философия. Но когда мы узнали о существовании берега, смерть стала более осязаемой, узнаваемой. Ага. Живые вскоре стали ходить по берегам иного мира, а мертвые выброшены. Так, подожди. Вот нам сюда надо, да? Все, мы правильно едем. Нам вот сюда вот вообще надо. К лестнице онлайн. Ха, лестница онлайн. Погнали. Проникли обратно в наш. И тогда появился дух. А с ним масса теорий, с помощью которых врачи и психологи пытались объяснить малейшую загадку мира. Что за хуйня? Они классифицировали симптомы и поделили их на уровни. Но такие возвращенцы, как ты, это редкость. Достойная отдельной категории. Наверное, специалисты на головы друг другу лезли, чтобы взглянуть на тебя. Интересно, что они нашли? А чё, где эти чубрики-то вообще? I вообще don't know. Подожди, а что у меня груз? А, почта еще.
Местные рассказывают какое-то странное свечение на крышах у изолятора. Ну ладно. Тут, короче, еще какие-то супер побочные задания мне присылают. А что у меня там разрушено-то? Контейнер поврежден. Сперма. Сперма. Ремонтный спрей. Урон ремонтного спрея. Пипец. То есть у меня уже разрушается, короче, он. Блин, а как... А можно починить ремонтный спрей ремонтным спреем? Смотри, якорный крюк уже почти сломался. И этот сломался. Ну давай заюзаем ремонтный спрей, наверное. Починим что-нибудь. Просто потестим, типа, как это работает. А, это граната. Так, ремонтный спрей. И чё? Интерфейс снаряжения так. Чтобы вызвать интерфейс снаряжения, удерживайте для переключения между страницами, используйте. Ваше снаряжение уменьшается на мной. Ага. Так. Ремонтный спрей. Так, и... А как посмотреть-то, что мне починить вообще? Бросить, задействовать. А я что-то не врубился. Кстати, если что, когда начинается сюжетец, как катсцены, выключай музыку. Ну, согласен. Согласен. Тут, в принципе, всегда... сюжетец. Я не понял, как его использовать, блядь. Сейчас даже, знаешь что, я посмотрю макросик, у меня же макросики даже есть по отключению музяки. Но он нормально играет, не громко. Пауза, Ctrl P. Все. Все просто P. Все. Нормально. Я даже убавлю чуть-чуть. Вот так вот. Ну что такое? Чувствуешь? Я не особо. Блин, ну я оставил типа моцик, ну и ладно, типа. Блять, а чё я его заставил-то с грузом? Нет, ты подожди. Блять, я его с грузом оставил. Вообще так-то. Контейнер разрушен, заебись. Хотя, подожди, у меня там много вообще. У меня там много груза-то. По сути, нет. У меня всего двадцатка. То есть я могу с собой его... Давай... Пока вы находитесь... А, бля, ладно. Ну давай... Ну что, бляха, возьми, пожалуйста. Да ёб ты... Я уже забыл совсем. Возьми! Ладно. Все, подтвердить. Может быть, короче, надо как-то типа... А давай попробуем так проехаться просто. Что ты не, блядь, не едешь? Поехали, поехали. Посмотрим, как это работает. Мы же типа на этом, на байке угоним по ней. Ну типа спалили, да? Ты что, блядь?
Ладно. Ха-ха-ха. Окей. Ну типа отставил. Нормально. О, что здесь? Ты сядь, сядь, сядь! Ну а я опять здесь. Материалы разрушены темпоральным дождем. Блять, сейчас как выдохну. Я аж сам дыхание задерживаю, блин. Тихо, 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 тихо. Самое главное, не плакай. Как наши предки ходили в школу. Ну, типа. Ну, я сам так ходил в школу, чё уж. Я когда жил в Салехарде, я через такие дебри лазал. Тоже экспириенс такой интересный был. Я совсем мелкий был, я в первом классе учился. Через бураны, через бураны, через метель там. Так, подожди, а чё с дитяткой-то вообще? Нет, что-то, короче, я не знаю. Ладно, я выключу музяку. Что-то она меня отвлекает на самом деле. Ладно, я ее офну. Что-то она как-то сбивает меня, что ли, как-то так. Она как-то на шуме так раздражает. Ладно, я ее офну. Ее и не слышно. Так подожди. А, ни хрена себе тут. Вот так, короче. Блин, как только байк... как только байк-то... Ну, я его, получается, оставил просто. А, блядь, я здесь вообще. Обратный трицикл. Ну, оставил, получается, трицикл. Что поделать-то? Ладно. Там еще как-то качать, по-моему, можно. Давай-ка поукачиваем. Ну, смотри, нормально. Там что, хуйня крадется какая-то или что? Нормально. Ну, блин, ремонтный спрей еще у меня в руках. Я так понимаю, нужно просто выкладывать на землю, как-то пшикать, чтобы... Бляха, ну это что-то вообще жопа какая-то. Тихо. Тихо. Контейнер. Ну только контейнеры разрушены, ничего страшного. Только контейнеры. Все в порядке. Погнали. Погнали быстрее, потому что смогу. Да я не буду это собирать. Блять! А я что-то думал, что все, я уже угнал. Беру. Не, не беру, ладно. Пиздец. Вот это я обосрался.
Да, блядь, ублюдки! Сука, 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 сука! А, блядь! Отстань! Говно! Что происходит? Да что, блядь? Да как, сука? Да, блядь, отдай, отдай, отдай! О, блядь, пизда! Альт F4 нахуй! Ха-ха-ха, Альт F4, блядь! Охуели, что ли? Совсем дураки? Или чё, не понял? Я просто реально, у меня с головы вылетело, что тут большая может быть зона. И что они могут быть везде. Я думал, типа, все, я их прошел, и все, типа. И можно балдеть. А они вон там везде распиханы, расставлены. Ну ладно, ничего. Так. В раскоряку пойдем. О, прикинь, палит. Вон они висят там. Ну, на эту ветростанцию вообще не хочется ничего доставлять, потому что она там прям супер палевная. Материалы разрушены темпоральным дождем. Материалы почти разрушены темпоральным дождем, якорный крюк. Ну, это все пипец. А я правильно иду? Мне кажется, нет. Игрушки. Аварийный запас топлива. Ветроэлектростанция. Пункт к западу. Бля, может быть, вот так надо было проходить, а я куда-то попёрся? Подожди, я не туда вообще попёрся. Вот сюда надо идти. Блин, ну... Дождь влияет только на органическое, хотя если... Не, просто дождь влияет на штук, но и камни. Не, на все взаимодействует. Дождь на все взаимодействует вообще. Он просто типа как... Чего он дотрагивается, чего он касается, то очень быстро стареет и изнашивается. Не сказал бы даже, что возможно это типа там время, не время. Ой, время, не время. Типа, возможно, не время, просто типа энтропия ускоряется, типа энтропия просто растет, возможно. То есть он вызывает ускоренную какую-то такую энтропию, типа. Очень вероятно. Так, тихо. Ну их вот вообще. Ой, сейчас чуть не альтабнулся. Так, а правильно? Ну, типа правильно. Ладно, пойдем так. А то, что я вот так вот забираюсь, я же типа... А, не, все-таки я шумлю. Не, ну а мне как по-другому? Не, типа трава зеленая, она, видишь, дождик, типа... А может быть, кстати, где темпоральный дождь есть, там, скорее всего, эти чудилы есть. Очень вероятно. Она вянет, видишь? Она типа вырастает. Я так понял, все-таки это не из этих чудиков, а это из-за дождя. То есть дождь падает на землю, это все растет, растет, растет. То есть, видишь, и завидает. Вырастает и вянет. Очень быстро. То есть жизненный цикл прям отрабатывается. Очень быстро. Капец, тут все каменное. Вообще нереально. Ты куда разогнался-то, слышишь? Ч
чё? А, он кайфует? А чё ты там балдеешь? Не, нормально вроде. Не, да ему вообще норм. Он там как его, какой-то рофл, рофлянки какие-то ловит. Я уже весь по швам трещу. Я с собой таскаю эти крюки, но я ими не пользуюсь, по сути. Как же хочется, чтобы меня кто-нибудь подменил. Я просто, блин, я вообще ничем не пользуюсь. Капец красиво. Конечно. Видишь, я не могу скипнуть это. То есть я бы эту песню не скипнул просто-напросто. О, блядь! О, блядь! Тихо. Вот это я навернулся, конечно. Ну что ты, блядь, плачешь, ёперный театр? Да ёбаный ты, блядь! Спи спокойно, маленький ББ. Здорово! Давай, давай. Он еще смотри, он сейчас все сердечки такие. Ну это вообще пипец. Все, балдеешь? Почти разрушен обратный трицикл. Охренеть не встать. Блин, как спуститься-то, а? Ну я прям правильно иду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, тихо, сука. Сука, ай, блядь, ёбаный рот. Ну, упали. Ну, упали, что поделать. Нет, ну а как мне по-другому спуститься? Как? Понятно, что рискую. Музыка в тему. Давай, 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 давай. Ой-ой-ой. Чуть не запнулся, кстати. Тихо, тихо, тихо! Блять, сука, блять. Нет, так опасно вообще бежать. Нет, так вообще опасно бежать. Да, правильно, что я музыку офнул, она сюда вообще не подходит. Я что-то... Подожди, тихо. Я так порчу, короче, вайб. Потому что... Ну а что? Тут, конечно... А что, все, ты устал? Не-е-е-е. Э, ты тихо. Прикинь, чуть не упал. Чуть сам не навернулся. Тут, конечно, да, красиво. Там, плюс вайб, все дела. Но извините меня...
Я на своем горбу тащу 90 килограмм. Мне этот ваш плюс вайб батрачит мужик вообще. Он уже все не может. Мы скоро уже дойдем нормально. Погнали. Главное, груз сохраним. Нормально. Работаем. Тихо. Блин, даже камерой не покрутить. А меня, да, я кручу камерой, меня прям несет. Давай хотя бы здесь метку поставим, тут же пацаны все равно пойдут. А чё ты? Бля, не, он прям устал. Ладно, давай отдохнем. Вот он прям устает прям перед базой, ну типа тут дойти-то 5 шагов. И уже можно поспать, почилить. Типа... Нет, просто помассируем плечи. Ну вот. Опять работать. Так, давай создать знак. А, ну сейчас я по-любому открою, короче, этот поинт. И сразу тут миллиард знаков появится. Я забываю постоянно об этом. Так, доставка запрошенного груза. Да, давай, 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 конечно. Ты курьер? Есть. Один человек, который работает за целую группу? Ты просто... Незаменимый человек. Доставка еще сегодня приедет. Похоже, через что часик, наверное. От одиночки пиццу заказал, слушай. Пиццу и суши заказал. Хочется побалдеть немножко. А то и так, блин, пипец, короче. Дрочился там. Теорию дрочил, это делал. Ну, для собеса, типа. Так что-то устал, на самом деле. Хоть так побалдею. Похаваю. Ништячков всяких. Среднее повреждение грузов 46%. Офигеть. Много. Неаккуратненько я, конечно. Но лайков много заработал. Игрок воспользовался вашей постройкой. Кто-то остался доволен. Ничего себе. Достигнут класс 20 в категории объем заказа. Теперь вы можете носить больше... Вот как теперь вы можете носить больше грузов? Я не понимаю вообще это. Теперь вы можете носить больше грузов. Так ты пришел положить начало новой хиральной эпохи? Yes. Ага, ты не против? Ага, валяй. Я уже 100 лет жду этого дня. Нифига, кстати, здоровый регион. Так, портовый узел вступает в UCA.
Тестирование хиральной связи между центром и столицей один, му и местные... А, ну это типа, окей. А, ну да, тут, блин, миллиард знаков. Так, подключить хиральную сеть, теперь вы можете видеть и использовать. Ну, понятно. Давай. Стою. Откуда у тебя это? Что? Этот кроха. У меня такой же. Где ты его взял? Какой чё? Трудно сказать, но этот кроха достался мне вместе с капсулой, если хочешь знать. И откуда у тебя капсула? Игорь, из отдела утилизации. А-а-а. Мой братишка. И что, он просто дал тебе одного из них? С чего бы? Я был с ним, когда он погиб. Ну да. Мы везли труп. Нарвались на тварей. Они были повсюду. И одна схватила его. Он сказал, бери и беги. Точно. Ну, а ты откуда? Пережил чертову катастрофу, только чтобы заняться тем же самым делом? Но я не прекращал. Ясно. Как бы. Наверное, этого и следовало ожидать. Береги этого малыша. Его место в составе экспедиции вместе с тобой. Так ладно. Точно. Будет лучше, если ты захватишь вот это. Тебе это нужно больше, чем кому-либо. Что за ништяк? Гематическая граната, пакет с кровью. Слушай, нормально. Давай. Ну, я просто все сгружу, у меня как бы все нормально. И потом просто автораспределение. Бля, вообще все ржавое, это смотри. Unreal просто какой-то. Сэм, у тебя получилось. Портовый узел снова в сети. Этот город — часть UCA. Их данные — часть общих знаний. Со временем, когда станет больше хиральных принтеров, они смогут строить корабли. И однажды моря снова станут нашими, потому что ты указал нам путь. То, что происходит после твоего прибытия, не всегда хорошо. Ну, что поделать? Город, вступающий в UCA, становится мишенью для террористов. Но мы должны мириться с опасностью и продолжать идти дальше. Ну, ясен пень, надо бороться с ними. Сэм, вся Америка ждет. Надо мочить в сортире. Ждет, чтобы ты сделал первый шаг и подключил ее к хиральной сети. Я знаю, ты доберешься. Объедини страну. Так точно. Спасибо. Еще один узел в UCA, да? Собираешься пересечь озеро и двинуть на запад? Ага. Лодка есть? Да уже много лет как нет. Террористы уничтожили все, что плавает. Лодка есть только у частного доставщика. Частный курьер? Дай угадаю. Fragile Express? Точно. Уже говорил с их представителем. Они погрузят в лодку припасы, которые ты доставил. Жители Озерного с ума сойдут от радости, что кто-то пришел в их порт. Такого уже давно не было. А, ну то есть мне, в принципе, байка не нужен. Иди в гавань. Она рядом с распределителем. Потому что там лодка и так далее. То есть я, видимо, буду передвигаться там вообще как душа велит. Не бойся. В портовом дождей не бывает. Прежде чем отправиться, можешь отдохнуть в своей комнате. Игра хоть и песочница, она все равно спроектирована как-то вот так вот, что тебе там это дают здесь, там это там дают. То есть, ну, грамотно. Достаточно. То есть мне вот в принципе-то байка не нужен, по сути дела, то есть вот поплывем дальше просто тупо на лодке. Так, ну ладно, это скип, потому что это все одинаковые вот эти все движения. Так, это кровь у меня, да? Накачали. Доброе утро, Сэм. А тут, кстати, я даже не прицеплялся. Хорошо. Раньше спасибо прицеплялся, а сейчас нет. Фэнк насчет брата.
кепка. Ну да, согласен. Так, ну давай, мы душ. А чё ты? Ты понюхал подмышки свои? Ну, я понял, в душ, да. Ага. Я понял. Блин, это очень странно, но это прикольно. Я и так хотел помыться, братишка, ты не думай там. Понюхал такой подмышки. Не, почему раньше-то? Раньше он, когда ложился спать. Ну понятно, короче, это все. Короче, прикинь, подмигнул. А что ты мне подмигиваешь-то, блядь? Он типа не хочет пить? Чё? Терминал? Ладно, окей. Он когда ложился спать, он типа себя прицеплял к кровати. Я это видел. С тех пор, как ты рассказал мне о брате, я не могу перестать о нем думать. На всякий случай, я тебя ни в чем не виню. Уверен, Игорь бы тоже не стал. Но вот что странно. Мы с ним были не слишком близки. Пока он был жив, я неделями не вспоминал о нем. А теперь... Ну, как всегда и бывает, верно? Ты все еще носишь с собой этот маленький сувенир? Звучит глупо, но я... воспринимаю эту игрушку как его второе «я» или что-то другое, или что-то вроде. Знаешь, он ведь мечтал пойти на Запад со второй экспедицией. Он не мог, а вот его любимая игрушка смогла. Наверное, в этом есть какая-то справедливость. Показывай ей все, что ты там видишь, ладно? Боюсь, я сам всего этого уже не увижу. Бля. А, Виктор. Ну ладно. Русская братва в деле. Ну я чё, на сумасшедшего похож, что ли? Я видел, что он прицепляется. Ёлки-палки. Семь самураев. Музыка из видеоигры God of War. А чё? Можно ее послушать? Видеоигра выпущенная была построена вокруг образов и тем античной игры. Нет, я вообще обожаю игру God of War. Слэшеры, вот это все меня прям супер цепануло. Это охренительная игра. Вообще одна из моих самых любимых. Это God of War. Реально. Я что, в детстве играл у брата, короче, в консоль, там, в слэшер, просто вообще сикался от нее. Что уже сейчас, там, в ремастер уже этот, ну, который, типа, ремейк, типа. Вообще. Кайф. Ну, я вот тоже не знаю, сумасшедший ли ты, а я-то точно не сумасшедший, поэтому... Так, советы. Советик. Советик. А что я там не посмотрел? Блять, что я не посмотрел-то? Меня просто бесит. Вот я не знаю. Я, короче, я не знаю, как вот у кого как. У меня дикий триггер всегда. И меня бесит вот эти вот, типа, отметки, что, типа, не прочитаны. Вот это вот все. Я все это читаю всегда. То есть меня бесит, когда там у меня одно уведомление. То есть у меня, я не тот человек, когда вот я захожу, и там у меня 500 сообщений, там, этих уведомлений, там, миллиард смс-ок, что-то еще, типа, нет, у меня все пусто. У меня ни одного вообще. То есть любое уведомление, которое мне приходит, я всегда его чекаю. Чтобы оно у меня не висело вот так, потому что меня это бесит. Я хочу, чтобы у меня все пустенько было. Что, типа, даже если я это не смотрел, но, типа, я это посмотрел. У меня есть такая херовина. Так, ну а чё? А, у меня, кстати, вес-то вообще в порядке. Максимально.
Так, это столичный. Чё, возвращение? Не понял. А что это? Секретные документы. А так это отсюда туда. Повторная доставка. Почему повторная доставка? А, пройти в гавань, заказ номер 12, возвращение, секретные документы. Вернуть секретные документы. А я почему-то, короче... Чё ты мне подмигиваешь? ББ? Давай проверим. Ну, он балдеет, чё его тревожить. Стовая схема. Ладно. Так, давай, короче, наденем очки. И сиди такой. В очках. Ну и кипарик давай. Наденем. Опа. Все, мостострой. Мостострой жесткий вообще в деле. Ладно, погнали, короче, на выход. Че нам тут? Балдеть-то. Принес тебе космонавта. Человеку все покоряется. Даже космос. Тебя скоро выпустят. Ну это что-то какое-то ЧСВ. И как только все это закончится, мы отправимся куда захочешь. Мне кажется, далеко не все человеку покоряется. Но мы должны узнать эту историю. Бля, какой вообще, ты просто погляди. Кентафурик вообще жесткий. Так, что у меня по грузу-то? Похоже, что у тебя там пустой контейнер, да? Отправляй подобный хлам в Бриджес. Может, тебе он не нужен, а вот нам очень. Грузы, хиральные кристаллы, непригодные для использования, можно переработать. Полученные при этом материалы пополняют запас объекта, где существовала переработка. А, все, прикинь. Тю-тю-ля-ля. Ну ладно, давай, переработаем что. У меня реально висит секретные документы, а я, короче, не выполнил это задание, видимо. Пипец. Переработать. Ага. А, она у них же типа еще жива. Выполнение заказов. Заказов нет вообще. Доставки тоже нет. Забрать материалы. А, ну это позаимствовать. Общее хранилище, ну-ка. Так, ветра это не надо мне. А тут, кстати, ничего-то так-то и нет. Так, а тут ничего и нет. А, ну, кстати, он похож прям на него. Спасибо за ваш вклад. Да, пожалуйста. Ну, типа, он даже похож на Игоря, короче. А, это все в подсумке. Это ремонтный спрей. Да, ну я, конечно, вообще.
А я даже, блин, не пользовался этими гранатами, да? Там, чтобы отгонять его, не отгонять. Я, в принципе, реально даже и не юзал. Счастливого пути. И впредь так держать. И впредь так держать. Что такое? О! Так зайди в убежище. Переспи там. Побалдей. Бляха-муха. Да ну. А, я не играю. А чё не осадили? Блин, а как эти террористы управляют этим всем? Это что такое? Меня зовут Хикс. Мракобесие. Я та частичка Бога, что есть во всем. Александр Гаврилин. А, ну это, видимо, актер озвучания или что? Или это актер, реальный актер? А, так это ты его во все это втянула. Ранено, но не сломлено. Что такое? Бриджит Стрэнд мертва. Последний президент Америки предан огню. Вы же просто террористы, как вы вообще взаимодействуете с этим этой хералью? А теперь, значит, девочка займет мамино место. Ну, это полная чушь. Ну какой из нее политик? Ну, не волнуйся, я ее найду. Я за ней присмотрю. Видишь ли, я наконец понял, в чем суть выхода смерти. И в чем? О, вы еще столького не знаете. Эта девочка не похожа на нас с тобой. Дум — это не к ней. Ей больше по нраву уничтожение мира. Фактор вымирания. Чё? Знаешь, понятнее не стало. Так трудно налаживать связи, если даже руку пожать не можешь. К счастью, у меня очень прочная связь с той стороной. Я это вижу, да. Нет, ты не мост. А вот я привязан и к этому миру, и к тому, и к нашему милому ангелу смерти. Прототайп какой-то, блин. Играл кто-нибудь в прототайп? Там биооружие, там тестили какое-то, и там вот этот чел то ли заразился, то ли сбежал, я уже не помню. За мной гонялась эта тефтеля макаронная. Ты главное блюдо. Что за блядь? Достаточно одного малюсенького выплеска, и нас разнесет к чертям. Ура! Ну так что? Неужели ты не устал от этой рутины? Неужели не этого ты ждал все это время? Согласен, абсолютно согласен. Конца игры. Я не мост, я тот, кто эти мосты наводит. Ясно, блядь? А нихера себе, что делать-то? Сэм, внимание. Ага. По нашим примерным оценкам. Чтобы уничтожить портовый узел, хватит и одного выплеска. Если даже одна тварь вступит в контакт с жителем, блядь, все пропало. Блядь, что делать-то нахуй? Этого нельзя допустить.
Ты должен разобраться с этой тварью. А как, ни хрена, гранатами, типа? Да что, залезь! Кинь, кинь, кинь! А что ты, блядь, кинь? Я пиздец, не, я забыл, как кидать гранаты. Я не вдупляю, подожди, стой. Я совсем забыл, как кидать гранаты. Ой, назначение клавиш. Блин, а где доставка-то? Так-то уже должны были приехать, на самом деле. Хотя... Ну, почти полтора часа прошло уже. Так, подожди, перезарядить оружие, сменить тип боеприпасов, атака, совершение действия F. Быстрая смена функции. Блять. Ну, сори. Совершить действие, бляха. Так, а может советики? Подожди, сейчас я в КПК посмотрю. Как с тобой сражаться? Подожди, советики, советики. Так, советики. ББ. Бля, надо вспоминать, реально, я не помню, я ни разу ее не использовал. Я один раз в жизни, блин, во время обучения ее юзал. И все. А как тут запомнить-то? Модификация построек. Экшен вообще отличный. Согласен. Так, метательное оружие. Приготовьте гранату с помощью правой кнопки, а затем нажмите и отпустите, чтобы бросить ее. Дальность броска зависит от силы. А тут я нажимал. Японский городовой. А, ну вот. Где ты, шваль? Че? Опа. Давай. Опля. Ой-ой-ой. Один гемограната. Ай-яй-яй-яй. Возьми. Опа, тихо. Ты смотри, кстати, я на каком адреналине. Все? Ой! Ой-ой-ой. Блять, плачет он там нахрен. Тихо. Так, гемограната. А что, почему? А что закончилось? Я что-то... 5 штук. А, 0. Использовано. Тихо. Блин, у меня там пипец плачет, конечно, этот мой братулечек. Так, у меня пакеты с кровью закончатся, и гемогранаты тоже закончатся. Но я могу их так-то собирать. Смотри, пошел. А я вот так учпоньк его. Да, бля, залезай. Тихо. Сейчас мы его оформим. Дурака такого. Прикольно. О, пакет с кровью там еще есть. Ну ладно, насрать так. А подожди, стой. А что у меня? Почему-то не те кнопки нажимаю. Гемограната. А, так у меня вон... У меня вон сколько гемогранат, блин. Вообще закачаешься.
Где ты, шваль? Почему мне их так много? А, вот пакет скорби давай соберем. Давай еще. Охренеть, бляха. А кто мне кидает? А кто мне кидает? А кто мне кидает? Мне пизда, да? Вставай ты! Сёма! Сёма, блядь. Сёма, нахуй, вставай. Сёма, вставай. Тихо. Тихо, Сёма. Семён! Легко. Победитель ловца. Ачивка. Ой, сколько кристалликов соберем. Ребята, закачаешься. Суммарный урон Сэму. А, это мало, типа много наоборот. Б. О, так мало. Ты нам нужен. А вы не видите ачивки, да? А, ну да, логично, там же захват этого идет. Захват игры идет, а не... Ну, так себе. Могло быть и получше. Весь в говне. Извозюка. Невероятно. Просто невероятно. Первый раз в истории живой человек победил тварь. Ты вряд ли бы справился, если бы не был возвращенцем. Контакт с твоими жидкостями не только не приводит к выплеску пустоты, но примерно так же, как твою Ка отвергает берег, так и твоя кровь может изгонять твари из нашего мира и возвращать в их мир. Ага. Сэм, ты подарил нам надежду. Возможно, еще не все потеряно. Мы тебя забираем на опыты. Гордись собой, друг мой. Амелия все еще ждет тебя на западе. Иди к лодке, она готова. Доставь припасы в озерные. Это только начало. Ага. Блин, прикольно, экшона навалили. Реально. Пойдем соберем, короче, все, что можем собрать. Так, а что вообще по этому нашему топузожителю? Давай поукачиваем его. А то он нифига страсанул. Вот так, поспи. Ну, доволен ты доволен, но стресс-то у него есть. Аккуратненько. Я уже понял, что надо качать немножко так. Это. Поинтереснее. Так, а чё, куда мне тратить-то эти кристаллы? Я вот что-то совсем забыл, куда их тратить надо. Чё там покупать на них? Или улучшать, вроде. Но я сам же могу много сколько угодно носить, и оно же не тратит у меня вес. Вроде как. Не, ну согласен. Согласен. Игра оказалась намного круче, чем я ожидал.
То есть, если бы она была сделана просто как обычная игра, без обычного... Просто обычно в играх, блядь, нет такого внимания к деталям. Как-то все как-то хуже и хуже, как будто... Блядь. Становится в игропроме. Фильм, знаете, сколько я растерял? Если бы этого всего не было, то это была бы супер... Супер скучная вообще. Наискучнейшая скучнота. А, так она использована. Давай выкину. Использована, главное. Пакет с кровью. Странно. Ладно. А-а-а. Но они же наполняются. А. Поместить в подсумок. На, все, не надо. Все. А. Это давай выгрузим. Пакет с кровью. Выгрузим сюда. Все. В подсумке у меня. Так, хорошо. Здесь гранаты. Ну и там дальше уже. Ладно. А, я сюда не пройду. А, или как? Блять. Вот прикинь, что? Вот ударился просто и... И у меня эта штука разрушилась. А можно мне как-то залезть? Все, залез. Отчаливаешь на лодке, Сэм? Это кто? Только знай, что тебе придется выложить весь груз, который ты еще не успел доставить. А, мама! Это мама! Было бы жалко бросить что-то ценное, особенно если ты почти доставил посылку. Мой совет. Положи эти вещи в свое хранилище в портовом узле. Либо можно повременить с отплытием, пока не разберешься со всеми делами. Сам решай. А-а-а. Прочитайте письма символом из Half-Life, а потом доставьте упомянутые в них грузы. Найти их вам поможет сканер груза, встроенный в Адродек. Не забудьте об этом, Сэм. Это очень важно. Да, God of War, к Half-Life и еще как бы Киберпанку. А я не вдуплил вообще. Типа, что за... А это все причем заказы. Типа, вот это все важные. Ну, типа, это лайки мне дали. Без курьеров это просто поддержка. Может, передохнешь в личном помещении? Мойте свет, загляни в одно из этих подземных убежищ, то есть личных помещений, и отдохни чуток. Так это просто, типа... Это просто так. А вот пробный заказ мы не сделали. Помнишь, распределили к западу столичного узла? Так вот, севернее него течет река. Пройди вдоль нее на северо-восток, и ты найдешь искомое. Это куб, его ни с чем не спутаешь. Он совершенно безопасен, но очень дорог для меня, как сама жизнь. Если получится найти мой куб, доставь его, пожалуйста, в распределитель к западу столичного узла. С меня причитается пачка лайков, само собой, но еще кое-что в придачу. Ну, давай сделаем вот это вот. А это просто побалдеть. Ты заботишься о своем ББ. Странное сияние в столичном узле. Местный рассказ про странное свечение на крышах у изолятора, вроде бы, это К, часть человека, которая не превратилась в тварь. По крайней мере, так думают люди. На выходы тоже, если бы лучшие души, не знающие покоя. Грустный смайлик. Один мой приятель решил, вот это все так кисно, блядь. Ну, типа, это очень как-то кринжово.
Не знаю. Ну, это выглядит... Ну, забавно это выглядит, конечно, эти рожицы все, но это как-то так в такой переписке, типа, как будто около деловой. Это странно. Один мой приятель решил залезть туда и посмотреть, что там такое, но ничего не нашел. Как думаешь, может, тебе повезет больше? Так, тут это какая-то нычка вообще, типа. А, мне, типа, прям даже про потаёнки тут будут рассказывать. Вон оно что. Так, хорошо, ладно, давай мы это сделаем задание. И еще какое-то задание. Блять, у меня еще вот заказ какой-то. Почему-то я его пропустил и не сделал. Груз, переносимый вами в рамках одного данного заказа, будет возвращен туда, где этот заказ... О, доставка. Сейчас опять сек, я, короче, приму доставку и вернусь.
Хуая, ребята. Вот такая вот у меня, короче, движуха. Пицца барбекю. Суши — это типа креветка с каким-то острым спайси соусом прям. А внутри краб. Я так понял. Приятного аппетита, если кушаете. Ну, чуть-чуть, вот остренько. Ну, совсем чуть-чуть. Да, курьер пиццы смог. Я лайки уже поставил. Так сказать, привез мне дозу эндорфина. Кто, если не он? Ребята, кто, если не он? Ой, как хорошо. Ладно, пиццаечку, короче, чуть-чуть погодя съем, пока это. Пускай пока так. Так, ну чё? Груз, переносимый вами в рамках данного заказа, будет возвращен туда, где этот заказ был получен. Груз, взятый на терминале доставки, будет возвращен в личное хранилище этого терминала. А я что-то вообще не врубаюсь, у меня он есть? У меня это задание-то есть? У меня его и нет. Ремонтный спрей, пакеты с кровью, гранатов, гранат миллиард, пакетов миллиард, пакет ботинки. Все, и больше ничего у меня нет. Это мне обратно пердолить вообще? А как так-то? Что-то я не врубился. Как вот посмотреть статус, типа, есть у меня этот вообще? Секретные документы, украденные мулами. А, бля, их надо типа взять. Во, я даю, слушай, а? Ну ладно. Блин, а как мне так быстренько обратно доехать, интересно? Как-то можно будет? Или нет? Может, я смогу как-то... Гавань. О, онлайн знак лямбда. Это что такое? Босяра. Подожди, ну-ка. А что за лямбда? Еще и другие курьеры доставляют грузы мои. Нормально, прикольно. Давай посмотрим, что здесь. Лайк авансом, даже если там ничего нет. А что?
Официал Гриффин. А что-то я не врубаюсь, и что делать? А что делать-то мне здесь? Опа, хорош. И чё? Stand clear. Ensure lock intake. Ничего не понимаю. Блин, как ты можешь открыть? Ремонтный спрей, якорный крюк. А может якорным крюком, типа, воткнуть, потянуть? Типа, как-то... Вот так. И чё? Ну а можно как-то спрыгнуть? Не, я могу схватиться и тянуть ее. Видимо, нет. Блять! Ну чел, а что? Ну это рофл какой-то типа. Бляха, он так просто не успокоится, типа, и надо в любом случае его качать. А, нет, успокаивается, ладно. Блин. Ну... Чё-то я не понял. Кто не понял, я не понял. Это просто чуваки лазали. А чё он сюда лазал? Блин, прикольно. Типа так исследовали что-то туда-сюда. Кто-то здесь ставил, кто-то там это. Вот моя там эта леска будет висеть. Что типа я... Это прям реально все закрыто. Так. А, тачку я могу эту теперь взять? Не, не могу. Может, мне крафт какой-нибудь? Так, давай вот здесь вот прям поставим знак. Срочная доставка хрупкий груз. Ну давай. Возвращение ценной картины, утерянные при доставке.
48 кило. А, нет, смотри-ка, 130 теперь могу носить. Слушай, реально увеличивается, да? Реально? Давай. Блин, вот это вообще пиздец. Туда пердолить. Вообще неохота. Пакет с кровью. Ну, может, потом мы как-то... Maybe сможем... Открывать эти двери. Так, авторазмещение. Заказ назначен. Так, это еще не все. Так, заказы для Сэма, их просто нет. То есть мне надо по сюжету идти. Это давай игнорим, там, потому что точно ничего не надо мне. И раз мы пойдем... Гараж. Но пока, видимо, нельзя. Так, это не то. А как посмотреть? Общее хранилище, получение грузов. А, во. Пункт к западу. Распределили к западу. Давай. А что-то куда-то можно? А, нельзя. Окей. Так, это распределитель тоже давай. Это ветра нет, нет, ветра нет. Смолы. И все. Ну все, четенько, вот как раз. Еще грузов прихватим и пойдем. Только у меня, к сожалению, нет. Счастливого пути. И впредь так держать. И впредь так держать. Тихо. Нифига, сколько я лайков уже могу ставить. Вот бэбику, вот я ставлю бэбику вообще. А, ну блин. Ну сори, я немножечко это. Блин, и мотоцикла вообще нет, да, чтобы доехать? Реально нет. Лестница вперед. Как-то вот так вот забраться, типа. Ну, тут так-то недалеко на самом деле. Вот так, если по сути, тут недалеко. А потом, может быть, получится как-то, блядь, взять мотоцикл этот. А, он же наебнулся у меня. Почтовый ящик мулов забрать шедевры искусства. Я понял. И Half-Life еще выполнить. Подожди, я мотоцикл-то пизда? Он сломался у меня? Перебор. Генератор онлайн. Ну ладно. Если, в принципе, чисто прямо бежать, то меня не кренит. Может, где-то есть здесь? Тачки, 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 тачки. Но их не взять. Блять, блять, Опа. Чтобы отменить заказ, выберите заказы в меню бросай, перейдите в экран подтверждения, выберите отменить заказ. Заказ, а вот некоторые заказы Сэма ее не предусматривают. Ага. Ну ладно.
Да не, ладно, пойдем, короче, так же, как мы и пришли. Сейчас я буду блуждать туда-сюда. Блин, а мне не показали на самом деле, как, короче. Ой, я даже нос не почесать, капец. Короче, не показали даже, как мне создать там этот мотоцикл или еще что-то. Тихо, блядь, ёптыть. Ну, потопаем, потопаем. Ничего страшного. Ну, я сам виноват. Я просто тупо просрал задание. Хотя я думал, что я уже все сделал, вообще все сделал. Оказывается, я не все сделал. А Талгор мне не напомнил об этом? Талгор виноват, получается? Ой-ой. Нормально, нормально. Сейчас вот так вот по склончику пойдем. Все, вон мы сколько прочапали. Тут кажется, на самом деле, тут кажется, что типа тут далеко. На самом-то деле тут близко. Он тем более так бежит, что пипец шурует. Только в путь. Сторожевая вышка. Надо вон туда. Или что? Не, ну люди, значит, возвращались, лазали здесь. И перебор нормально. Оправдывайся, оправдывайся. Так, а здесь бы по-хорошему на самом деле воткнуть это. А давай воткнем. Чисто для пацанов. Заебись, я, конечно, кинул. Ну, ебать, я кидаю. Ты можешь вообще нормально вот так вот кинуть пацанам? Ну... Тихо. Я похуй, короче. А это вообще удобнее вот так вот забираться-то по ним или нет? Как будто нет. А я себе вернул его? О, не вернул, прикинь. Вот пиздец. Надо было оставить его. Ну ладно. Да я угораю. Мы потом все равно в портовый узел вернемся. Мы доставим этот груз. Ну,
Ну, согласен. Перебор. Это перебор. А кому сейчас легко? Кому сейчас... А, нет, байк есть. Прочность 13, пизда. Он живой, прикинь, он живой. Мы, может, даже на байке прокатимся. Сейчас же этих тварей не будет. Ну, по крайней мере, их не должно там быть. Сейчас мы ботики сделаем, и все, с кайфом максимально скатаемся. На этой лодке. Я думаю, что здесь просто на байке можно будет проехать. Типа, здесь уже не будет этих мракобесов сраных. А эти все, блин, противники, враги, они такие все ЧСВшники. Ну, типа, они такие... Чё за звуки? Они такие, типа, ой, ты там такая сошка. И что вы без меня делали? Давай я на тебя натравлю, короче, какую-то свою псинку. Я жестко балансирую. Сами не хотят сразу завершить начатое. Нет, надо, короче, повыебываться там, ба-ба-ба. Я такой крутой, все понимаю, а ты ничего не понимаешь. Шлепнул, да и все. Вот так они и фиги. Потом. По концову. Тихо, тихо, тихо. Где байк? Я же его здесь оставил, да? Ох, сейчас как навернусь. Ох, сейчас навернусь. Ненормально, ладно. Что-то меня прям кренит. А, да что такое? А, не, нельзя взять. Ладно. А что, где байк? А, еще дальше. А, это я столько ползал. Они же частички самого бога, как он говорил. Как я здесь хочу свое. Ну... Ума от этого не прибавилось у него. Давай. Ой, мой бак, ржавая корыта там осталась бедолажная. Надо его починить вообще в срочном порядке. Иначе габелла. Он под дождем там стоял. Кучу времени. Сейчас мы все сделаем. Так. Да прочитать письма. Не, мне прям по Half-Life, короче, прям это. Прям урыжит меня. Нить. Позволяет связывать противников людей и парировать атаки в ближнем бою. Приготовить нить, а затем... О, нифига. Так, давай. Как это работает? И чё? Я чиню вообще его, нет? Тринадцать? Нет, не чиню. Тринадцать. Блять, как так-то? Транспортный... А, ну вы сейчас мне решили объяснить. Прочности можно снять в гараже, припарковав транспортное средство на его
подъемники. Ремонтный спрей не подходит для природы, а? Спасибо за подсказку. Господи, какая городьба, а? Он ломается. 12. Ну что, 11? 12. Так, а что тут гараж-то вообще есть? А где гараж? А-а-а. Это типа гараж? Так, чтобы поместить транспортное средство в гараж, припаркуйте его на подъемнике и выберите пункт гараж на терминале доставки. Если оно было повреждено, при помещении в гараж будет выполнен ремонт, и груз, находящийся в транспорте, перемещен в личное хранилище. А-а-а, все прикольно. Прикольно. Все, ребята, все будет в лучшем виде. Так, доставка. И только две смешнявки. Нормально, нормально. Я добавлю это, я потом это все добавлю. Так, давай. Это нет, 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 нет. Аварийный запас топлива, блядь. Все, все доставим. Че, выбор транспорта? Надо, блять. Почему сюда-то? Все. Заказ назначен. Надо было сначала сдать, а потом уже, наверное, блин. Так, это что, доверить? Доверить? Не, не надо мне доверять ничего. Доверить? Почему доверить-то? Не надо доверять. Легенда возвращается. Как дела, Сэм? Легенда. Ты пытаешься Сэм всех легенда. Нас пристыдить. Я не против. О! Вас повысят до носильщика? Ваш уровень синхронизации с другими играми повышен. Может взять больше нитевых договоров, вы можете отправлять больше запросов на улучшение, период, в течение которого можете отправлять лайки, увеличить до 6 секунд. Нормально. Я пока не понимаю этих плюшек, но потом их поймем. Пока, Сэм. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Так, гараж. О! Так, подожди. Во-первых, перерабатываем вот эту вот шляпу. Давай ботинки тоже переработаем. Благодарю вас за поддержку. Америка гордится тобой, сынок. Да. Так, теперь, значит, мы изготавливаем себе ботики. Да.
Так, надеть. Все. Так, дальше что? Доверить груз, забрать материалы. А, не-не-не, подожди, стой. Тут только один остался заказ, это вот эта херня. Нет. Я немножко просто до сих пор путаюсь. Это типа доверить утерянный груз. Это здесь просто его оставить. Нет, мы его оставлять здесь не будем. Но вот тут тоже есть доверить стандартные. Тут можно тоже доверить. Я почему две этих? Не понимаю. И вот, может быть, вот здесь вот еще получим груз. Столичный узел. Мы просто в столичный узел идем, поэтому как бы... Давай доставим что-нибудь-то. А, все. Ну и хорош. И так уже перевес. Спасибо за ваш вклад. Как открыть меню груза? Да. Так, давай. Погрузить на мотоцикл. Старые записи. Ой, бляха! Чуть не сшиб все, а? Не, ну я тут еще Плюшкин просто. Мне дай какую-нибудь корзину, там будет лежать груз. Как бы по-любому. Я тут еще. Так, поместить. Поместить. Так, а что-нибудь поменьше-то, может, лестница какая-нибудь? Бля, все равно нет. А что? Реально? Медицинский прибор? Нет. Ну все, ладно. Окей. Значит так. Доставка старый кинофильм. В смысле? Старые записи. Что? Все у меня есть. Короче, что там мне, блядь, мозг морочит. Все у меня есть. Счастливо. Или приз так держать. Надеемся, вы хорошо отдохнули. Так, капец, я тут уже на это наездился. Короче, вот здесь еще надо что-то сделать. Сначала поехали вот эти вот грузы. Давай. Да, поехали, короче, сначала так туда. Но все равно очень быстро доедем. Если бы просто, видишь, если бы у нас не было бы транспорта, то я бы еще 30 раз подумал, надо ли мне туда ехать или нет. А тут вот, вот блядь, дело 10 секунд доехать до туда. Поэтому... Поэтому вообще без проблем. Ё-моё. Более не трупа есть. Ой, да эти мулы, господи. Насрать на них максимально. Сенсорные вешки в лагерях. Бирки грузов.
Но я, кстати, почитал. Ну, сейчас скажу. Я, короче, прочитал там в подсказке, было написано, что мулы на людей не агрятся, они агрятся, им только груз нужен, и все. Они зависимы от груза. То есть, если человек без груза, они его не атакуют, то есть они сканируют только груз. А на все остальное им вообще насрать. Уа-я, ты просто посмотри. А, это, блядь, доступен. Ёперный театр. Блядь, можно я доставлю, да? Вкусный этот сайта. Я рад, что ты здесь. Ты всегда заботишься. Базара ноль. С. Блин, ну всего третья звезда. Ну хотя, может быть. Апнем. Великий грузчик. Ладно. Чтобы узнать больше, загляните. Так, еще утерянного. А, ну это доверить опять-таки. А, это все в столичном. Это вообще в портовом. Пу-пи-пу. Так, ладно. И все типа. Ну, в столичный. А я не смогу даже его нести-то. Ну, окей. И поехали в столицу. А стой, блядь, а что за задание-то какое-то? Что вообще было-то? Ничего не было. А, вот это хер. Ну это потом на обратном пути, наверное, да? Ну да. Поехали в столицу, короче. Потом налегке уже просто это все сделаем. Вот сейчас бы, прикинь, я заехал. И утонул. И утонул бы. Реально мулы. Ой, эти твари. Да блять. Он странный. Ок. Да блять. Ну вот эти скрипты странные. Реально. Иногда они как-то странно работают. Все, просто едем. Бля,
Блять, да ну не Сучандра, ёбаная. Ну ты уродка вообще, тварь. Сейчас ты у меня попляшешь. Какая жалость. Да балансируй. Гранату я хотел убрать вообще. Где эта манда? Блять. Тихо. Все, погнали, короче. Это как я так? Это я как так-то? Получены лайки от ББ? Что? А я получу лайки от ББ? Вот я нажимаю F, а надо пробел нажимать, чтобы прыгнуть. Я уже столько раз... Блять, это пиздец какой-то. Не. Не, управление... Управление здесь, конечно, странное. Очень. Разомну-ка я ноги. Пипец, какое странное управление. Так, а я могу? На мотоцикл могу. Не переносится. Почему? Сиди на спине. Почему он не переносится? Здорово, Сова, привет. Так, все, вот так вот давай. А, не переводится, не переносится, в смысле, он лежал на полу рядышком со мной. Все, ребята, я все понял, короче. Так, подожди, мы тут что вообще? А мы тут. А мы сможем. Да я вообще какой же идиот! Блять, ты вообще заебал. Реально ты заебал. Я нажимаю F почему-то. Вот такой, надо нажать пробел и нажимаю F. Во
вообще такой дурной. А, я думал, он автоматом остановится. А оказывается, нет. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь! Ладно. Так. Давай все доставим. Ту всю городьбу, это вообще пипец. Как дела, сэм? Да вообще бодрячком. Да я не знаю, ну как-то вот просто груз путаюсь. Просто почему-то я путаюсь. Хрен его пойми. Нормально. О, уже у нас кооперация 4 звезды. До встречи. Давай, ББ. Отлично. Доступен. Так, утерянного груза. А это пункт... Пункт западу. И все, типа. А, ну еще и пиздец. Вот это доставить. Вот это опять доставит. Это может бесконечно просто у меня будет? Может мне не надо как бы это делать, потому что это бесконечно? Хрен его пойми. Ну, бляха. Давай. Ну это все, это последнее, что я беру. Это последнее. Точно последнее. Так, прочность. Давай. А, сдать? Чё, сдать? Ладно. Почему нести в руке? Блять. Ладно, подтвердить. Хорошо. Ну да, Half-Life надо сделать по-любому. Заказ назначен. Это факт. Параметры доставки обновлены. Установлен лимит времени. Нет, ну ребята, вы, конечно, вообще крутые. Вы мне, во-первых, мотоцикл верните. Гараж. Мотоцикл. Ну, починился. Ладно. Сейчас мы все перебалдеем, короче. Сейчас мы все сделаем. Тихо. Да и неперный театр. Так. Меню груза. Так, давай самое тяжелое вообще, что у меня есть. Вот прототипы моторов. Вон, давай. Это на мотоцикл. Прототипы моторов на мотоцикл. Что еще тяжелое? Да и все так-то. Нифига себе. Так, давай, раз. Блять, уже все вообще не помещается. А вообще пипец городьба. Ты смотри просто, сколько всего. Утерянный груз, старые записи. А это куда надо-то вообще? А, это обратно. Ну, понял, ладно. Так, давай. Значит, блин, а я вот не знаю. Давай гранаты. Костюмы прикрепим, давай. То у меня что-то тут. Чтобы хоть как-то разгрузить. А то пипец. Так, авто давай размещение. Бахнем. Тихо. Так. Ну возьми позязя. Не берет. Господи, такая вообще. Ну ладно.
Капец, я тут, блин, пытаюсь вообще. Ладно, все, надо завязывать, короче, с этими грузами. Заданий нет, все, задание нам надо в порт вообще идти. Это я просто уже, это уже моя, это, моя шиза, короче. Блять, и все, ну понятно. Я уже все, я уже не унесу больше. Остановись! Просто остановись. Хватит. Мне еще как бы другие задания надо делать. Че там вообще? Бля, вот обратно ведь туда надо ехать. Ладно. Ну я не знаю, меня прикалывает. Может, я потом хрен на это забью и перестану это делать. Но пока, пока меня прикалывает. Так, не F. Блять. Да ездишкин корень. Блять, что ты так пиздец? Ну ёбаный проебал. Транквилизатор проебал, пацаны. Подожди. Стоямба. О. А что-то еще выпало? Блять, что-то еще выпало, да? А что выпало? Ничего не выпадало вроде. А почему у меня дырка-то? А почему у меня такая дырка? У меня была такая дырка? Понял. Погнали. Яндекс.Доставка работает. Самая быстрая доставка в мире. Суп, короче, суп. Суп в тартаре. Чебуреки в креветках, блядь. Роллы называется, собери сам. Но главное, что все есть. Секу. Тут пипец, отвлекаться нельзя просто. Вообще. Тут надо следить за грузом. Так, чё там, чё ездить? Теперь бы на права сначала поучиться. Ага. Да, если бы все этот, все килограммы, весь инвентарь, короче, ну как и в киберпанке в целом. Если бы ты мог визуально, да, видеть, сколько ты всего несешь, там такой просто, блядь, мешок за поясом. Как собес прошел? Если был собес... Если был собес, то значит ты все гуд сделал. Не понял. В смысле? Чего? Чё гуд? Собес прикольно прошел. Кайфово, на самом деле. Классные ребята. Вот. Я удивлен. На самом деле, я думал, что я переволнуюсь, короче, все забуду, все на свете. И это. И бе-бе-бе. А, ты про это? Да, конечно, конечно. Меня бы нет. Если бы их не если бы им не зашло. Не зашла бы моя игра, они бы меня не позвали бы даже на собес. А так им вкатило, и они меня позвали. Вот, я сначала думал, я буду переволнуюсь, и как всегда вот у меня, блядь, бывает, я все, я ничего не отвечу вообще. А в итоге получилось прикольно, в итоге нормально поговорили, я даже на, ну так скажем, наверное, на процентов, ну мне кажется, что я ответил на 70%. А...
то, что меня спрашивали. Ну, я на многое, на самом деле, ответил. И, в принципе, старался уверенно держаться вообще сам по себе. Вот. Ну, посмотрим еще. Может, там вообще какие-нибудь гении туда залетят, которые вообще все знают на свете. И я тогда пойду нахуй, как бы. Но я доволен. Для первого собеса вообще это супер гуд. Я думал, что намного хуже будет. А так я, в принципе, нормально попиздел. В целом. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Вот. Когда резы... В пятницу сказали? Сказали в пятницу. Вот. Ну, неделя, короче. Через неделю. Рабочую. Так, вернуть. А почему вернуть? А. Да? Спасибо, Сэм. Ты бы... Да, я в любом случае буду держать в курсе. В любом случае. Так, да. Ненужная абсолютно реплика, которая из раза в раз повторяется. Так, это стандартные вот эти вот... Не, слушай, блядь, мне кажется, они, короче, бесконечные, эти заказы. Ладно. Это так, если там чуть-чуть захватить что-то, вот это делать, так вот гриндить, мне кажется, не надо. Потому что оно, видишь, я вот только выполнил, и оно вот уже вот у меня появилось. Оно... Блин, мне кажется, оно бесконечное. И это ладно. Это если куда-то, короче, надо как-то это, осаживать чуть-чуть. Потому что у меня вообще перебор. Реально. Я в любом случае попридержу в курсе вас, ребята. В любом случае. Чё, кого, куда и как. Так, давай-ка на мотоцикл погрузим. Чё ещё тяжёлое, прям совсем пипец. Потому что мне в разведку надо идти. А как мне понять, какая грузоподъемность-то у него? Ну, типа ладно, пускай так. Так, у меня все распихано, все распихано. Так, а теперь давайте смотрим. Все, давайте, я это не беру. Я просто смотрю, здесь заданий никаких нет. Здесь мы тоже все сдали. То есть здесь теперь задание забрать к западу от столичного центра... Короче, возвращение секретных документов. Вот надо вот это вот вернуть. Так, а как туда проехать-то вообще? Мне интересно. Как-то, короче... А что за Half-Life здесь? А они прикалываются? Они меня троллят, что здесь Half-Life? Тут же нет Half-Life. А что они меня троллят? Что-то я не врубаюсь. О, прикинь, смотри, когда я кручу камерой. Типа шумит воздух в ушах. Слышишь? Нихуя себе. Полное погружение. Так, мне вот сюда давай. Вот так вот, наверное, объедем. Размечтался. Кто-то... Кто-то сильно размечтался. Блять. А я вообще доеду? Пиздец, прикинь, спалили. А ну вон туда надо. Что такое? Че, не прям палят? Ёбаный рот. Ага, понял. Чуваки, отстаньте от меня, а? Тогда подзарядимся. Так, ладно, почилим. Под нами
tried so hard. There's something I've been feeling and will on. But we never used to be. Either we're arguing or you leave. We both know something. Гоп, стоп, мы подошли из-за угла. Так они меня спалят? А как мне? Так они меня и так спалят, нет? Как тут? Тут вот вон датчик, вон датчик, вон датчик. А как мне туда пробраться-то? Ни хрена себе. А, может, слушай, понял, вот так вот, типа, стузов, слышишь, зайти, короче. Так-то я прям на вход еду, а мне бы стузов так раз. Я понял. Да какие они противные, слышишь? Ой. Да. Ну все, отъебитесь от меня, чуваки. Чё, они до сих пор идут за мной или что? Не, ну типа стузов мы заехали, конечно. Кстати, когда я в присядку... Чё такое, бляха? Надеюсь, они не угонят мой байк. Но у них там тревога, типа, да? Ща мы вышли, зашли. Ха, высокая трава. А, стопка грузов может помешать прятаться. Ну, пиздец, конечно. Блять. Ну, так я спалюсь, это глупо. Это очень глупо. Чё, палят, не палят меня? Да похуй. Фигачим. Ребята, фигачим. Вообще на яйцах, жестких на яйцах. Так. Так, что еще можно взять? Металлы. А что, зачем они? Игрушки. Так, нет, это мы уже нет, это точно. К этому челу мы вообще ничего не понесем. Смолы. Да, наверное, не надо. Мне... По сути, только секретные документы взять и все. Не, все, ладно, больше ничего не буду брать. Я и так до хрена всего. Так, все, пиздец мне. Быстро, по коням, мужики. Блядь. Ой, тихо, балансирую. Когда, короче, я в присядку двигаюсь, вроде как... Я могу... Не зажимать, короче, левую и правую кнопку мыши, чтобы не наебнуться. Смотри-ка, им вообще насрать. Или чё? Ой, блядь. Суки, поснимали?
садись, блядь! Они что-то спиздили у меня или чё? Пизда! Ты это! Тихо! Блядь, уёбки! Да ну что? Суки, твари! Да отъебись! Блядь... Ублюдки нахуй... Слышь ты, блядь, гандонка! Ну вот твари вообще... Ну вставай! Охренеть, вы потеряли сознание. Прошедшее время сколько? Ну я лахаю. О, прикольная анимация, кстати. Реально прикольная анимация. Че, все, не могу уже нести? Какие твари? Ну видишь, они меня типа застанили просто-напросто и все. Так, пакет с кровью, давай. А где мы... А, под сумок у меня есть. Достигнут предел под сумок. Ну давай на мотоцикл тогда погрузим, что. Блин, гранаты, конечно, на мотоцикл это такое себе вешать, ну а что поделать? Лестница. Тоже погрузим. Пускай так. Да ёкарный бабай. Так, надо чуваку лайков поебать. Он красавчик, что поставил здесь эту вышку. Как ему лайки-то поставить? Блять, это я на байк ставлю. Нет, мне можно вот на вышку, да. Чел, красава. Игрок громче, звук игры тише. Блин, да она тут местами просто очень громкая сама по себе. Ну я еще, конечно, убавлю, но... Блять... Но она местами просто реально громкая, пипец. Сама по себе. Так. Ой. Пиздец. Что делать? В целом звук микротихий. Да? Ну, давай прибавлю чуть. А нет, даже не буду прибавлять. Хотя не буду. Ну вот так вот, короче. Так получше? Должно быть получше. Но он будет улавливать. Он все пердачки будет улавливать. Вот давай здесь я его убавлю. А в ОБС я прибавлю. Вот так вот, если я буду говорить, нормально будет? Чисто вам в ОБС, короче, прибавить. Ой, ни хрена себе, сколько тут грузов, короче, прикинь. Они все у меня спиздили, твари. И что делать мне? Бля, можно их сбить?
Ну-ка, подожди. Сейчас я, блядь, такая тебя задавлю. На нахуй, блядьё. Сдох? А, он без сознанки. Чё, давайте, твари. Блядь. На нахуй. Ну я не могу по-другому просто атаковать их. На, блядь. Чё, кто еще? Все. А вот так вот, блядь, со строгом связываться. Так, там еще одна, да, скотина? Так, ладно, давай. Ну я все забираю, естественно, на мотоцикл, давай. Прототипы на мотоцикл. Это на мотоцикл. Короче, пока что влазит на моцик. Все, ничего не влазит. Значит, на спине. Блять, подожди, тихо, стоп. Автопогрузка. Блять, не могу. Так, металлы на спине. Так, это что, пункт к западу? Это я не хочу. Это не надо мне. Это мне тоже не надо. И все остальное, в принципе. Так, это все, это в порт. Это распределитель. Все правильно. Секретные документы. А, секретные обратно к ним надо доставить. И утерянный груз. А, но нам все равно к ним нужно будет ехать. Ну ладно. А что? Это просто металлы. Так, ну давай тогда. Что-нибудь легкое такое. Еще. Как бы срать. Блин, вообще все занято, прикинь. Так, давай попробуем еще автораспределение сделать. Может быть, сейчас еще поместится что-нибудь. Не, не поместится. Ну все тогда. Все. Не наглеем. Так, все, пока не дали. Короче, даем деру, пока, блядь, нас не газанули. Все. Вот это я понимаю, врыв. Ха-ха-ха! Красиво. Опа. Тихо. А у меня сколько веса? Бля, странно, груз так лежит просто. Кто-то его выбросил, типа, что ли? Ну, какой-то чел, видимо, выбросил. Ну ладно, хрен на него, короче. Все, ладно. Это, я говорю, это последнее. Мы сейчас просто доделываем задание. Мы ничего больше не берем и идем уже дальше по сюжету плывем. Потому что это пипец. Я говорю, это походу... Блять. Задание уже почти просрал. Но я уже просрал его, видишь. Там, скорее всего, 40 минут надо было. А я уже не укладываюсь. Так, давай. Ну, но типа. Ну, не совсем онлайн. Груз не... Ну, она по сети. Она не онлайн, но она по сети. Так, великий грузчик. Так, и чё у меня? А какие-то приколюхи будут, нет? А, короче, смотри, здесь типа как в Dark Souls, то есть можно ставить миллиард всяких меток, подсказок, там, локаций, можно то, что ты строишь в игре, мосты, заправки, там, какие-то почтовые обменники, что-то еще. Они у людей тоже есть. То есть вот эти все мосты, по которым я езжу, это построили люди. То есть тут как бы параллельные миры, понял? То есть эта механика как в Dark Souls, но она тут возведена в абсолют. И она охерительно здесь вообще реализована, короче.
Вот. То есть ты можешь торговать там с людьми, доставлять их грузы, они могут тебе давать заказы, чтобы типа, ну типа сами не хотят доставлять, и ты можешь за них доставлять. И там всем лайки, короче. И ему лайки, и тебе лайки. Как-то можно, по-моему, запрашивать еще. Я не разобрался, как тут на починку можно запрашивать у людей, но типа я не знаю, типа. Не представляю. То есть тут дохерище всего, тут прям завязано жестко все на этой всей движухе. Загляните в терминал доставки. То есть мне в теории могут байк подогнать, и я могу катать на байке на этом. Только этот, видишь, байк типа NPC-шки, который мне по сюжету упал. Что я сделал сейчас? А вот эту, допустим, заправку поставил чел. Вот видишь, его ник написан, типа. Ему поставили лайки, чуваки. Ее можно прокачать там, типа. Так, теперь смотрим. Все, здесь у меня заданий никаких нет. Здесь тоже нет никаких заданий. Так, нам теперь нужно вернуться, сдать, и потом еще вот эту херню забрать у мулов. Стандартный. А, ну это стандартный заказ, его можно скипнуть на самом деле. Неохота мне его выполнять, честно говоря. Давай скипанем его. Это просто обычный заказ, это не сюжетка. А если это не сюжетка, то как бы и нафиг он нужен. Хотя его что-то доставить надо. А, тут металлы доставить надо. И в порт доставить. Ну все. Ну вот и все, поехали. Поехали в распределитель. Поехали, короче. Газую. И потом в порт поедем. Так здесь не духи, чел. Здесь мулы, блядь. Не надо никаких подсечек мне. Подсечек мне никаких не надо. Я еще и скольжу, то есть когда, типа, я так понимаю, скользко или что, я прям скольжу, короче, по этой всей движухе. Что, блядь, такое? Я не понимаю просто, что происходит. Индикации нет, трава не растет. Хотя нет, растет. Ну, пиздец. Приплыли. И чё я сюда забрёл? А каким вообще я забрёл-то сюда? Короче, давай отсюда выезжать. Не-не-не-не-не. Нафиг оно надо нам. Не-не-не, мы сюда не по... Блядь! А чё, я не пролезу, хочешь сказать? Бля, может я проеду? Чё думаешь? Давай, 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 давай. Да, духи все же есть. Ну ладно, нормально. Блять, мне пизда, ну что такое-то, ну блять! Блять, слезай ты нахуй. Блять! Куда понесли меня, твари? Отъебись! Отъебись! Блять, отъебись!
Пизда. Все пизда, все пизда, все пизда. Все пизда. ББ не плачь, ББ не плачь, ББ не плачь, ББ не плачь! Блять, так, тихо, тихо, все, так, без паники, без паники, без паники, без паники. Бледуха! Попробуй, сука. Только попробуй, блять. Я без боя не сдамся. Ну давай, выстрелись. Ага, тихо, 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 тихо. Блядь, идиот, сука, мандавашенька. Тихо. Ну ты встань, встань, да встань ты. Блядь, он не встает. Я просто вообще, что происходит? Ёперный театр. Залезь, залезь, залезь. Сейчас я укачаю тебя, сейчас я тебя укачаю, подожди. Ты тихо только, не бзди. Блять, просрал. Тихо. Я тону? Нет, я не тону, еще нормально пока. Я пока не тону. А где он? Я теперь все могу уже противостоять тебе, тварина. Блять, у меня уже сейчас копы. Я, кстати, ну я не знаю, я успею его за 10 минут убить, но надеюсь, успею. Да я вообще не то нажимаю. Блин, у меня очень много гранат. Это, конечно, прикольно. Смотри, мне чел кидает. А почему мне чел кидает? Я вообще эту механику не знаю. А как мне чел кидает? Бля, чел. Ладно, давай я потом тебя укачаю. Сначала давай соберем. Ладно. Ребенок кайфует. Бля, ну все. Блин, столько груза просрал. Не, реально, а как мне чел помог? Чел здесь есть. А, здесь чел есть, прикинь. А как это работает? Здесь есть чел. Сюда! Это странно. Я не понимаю, как это работает. А может быть, я услышу голос и типа чел. И типа чел. Блять, а да что ты будешь? И типа чел как-то. Блин, я даже не знаю, как это работает. Типа, может быть, я просто гуляю, услышу голос и смогу типа крикнуть. Меня тоже Сэм зовут. Ладно. Окей. Блин, ребята отбились просто вообще пипец. Отлично. Кое-как. Списать транспорт? В смысле списать транспорт? Не говорите только что...
Нет, нормально. Как это списать? Ой, блядь, время кончается. Точно, спасибо, что напомнил. Бля, время реально кончается. Сейчас. Бля, использовано. Мне нужно забрать все по-любому, как бы. Блять, это стой ты на месте. Я подумал, короче, прикинь, у меня сломался этот моцик. Так, все забрал. Все, ладно, поехали. Ну время, да, сейчас, блин, кончится уже. А, ну не, еще 6 минут. Ну тормози. Ну, худо-бедно доставили. Худо-бедно доставили. Бля, всего один заказ, как так-то? Ну плохо, я согласен, Б, да, плохо. Погас. Ну зато доставил. Эх, не похвалили даже. Отлично. Почему у меня столько барахла-то? Что-то я не врубаюсь. Нет, то что доставлен-то заказ, это понятно, но типа. А чем мне еще-то доставить надо? Лестница. А куда доставить-то ее надо? Что-то я не врубаюсь. Так, давай-ка переработаем. Переработать. У меня столько хиральных кристаллов, кстати. Очень много. До сих пор народ дурят, до сих пор, типа, она жива. Ну, хотя, ладно, у них там с половиной Америки связи нет. Ясен, красен там это. Так, подожди-ка, стоямба. Так, давай в гараж. Типа, сдать. Размещаю транспорт. Оставь с лишней... Ну, вот вклад. Я, видишь, под, я пока... Я просто что-то не знаю... Что тут у меня вообще кучу лайков тебе? О, нормально. Восстановление водных путей. Так, тут еще Half-Life, короче. Не, я просто не вдупляю, куда мне еще что доставить надо? По сути-то у меня, мне все надо. Лестница. Давай, короче, лестницу. Лестницу оставлю. Прототип моторов. А, это в портовый узел надо грузить. А, ну и все так-то, у меня ничего и нет. То есть мне, по сути, прототипы моторов доставить. Блять, у меня уже их урон. Охренеть не встать. Давай-ка выгрузим, короче, и починим, наверное. У меня же, если есть ремонтный спрей, давай-ка мы это мероприятие починим. Так, где это? Так, это граната, ремонтный спрей. А, ну можно, короче, вот так вот экономно. Понял, да? Раз и все. И сильно не потратил. Умом. Так, а что еще? Что еще? А, бэбика покачать. А то он вообще, видишь, что-то вообще одичал. Бедолага.
Тачи-тачи-тачи-тачи-тачи. Не хныкай. Все нормально. Во, я, по-моему, нашел баланс, короче, между быстрым качанием и... Ну, учимся, учимся, ребята, учимся. Чтобы он, короче, не стрессовал и чтобы я быстро его качал. Все, кайф. Дело сделано. Так, а я могу транспорт захватить? Так, все. Все, сейчас поедем за Half-Life. Так, не, давай груз на мотоцикл. А то я такую городьбу с собой ношу, это вообще очумить можно. Вот давай прототипы моторов. Блять, контейнер восстановил, а сам его не восстановил, прикинь. Вот не знал я, что это так работает, к сожалению. Все, прототипы моторов я запихал. Все. Так, давай распределим. Все. Четко. Вот сейчас вообще четко. Так, ну что, ребята, квест, короче, к Half-Life. Так, это говно, блядь, давай от этого откажемся. Так, это порт, да, а вот эти картины... А, блядь, картины. Не, нахер. Отменить заказ. Картины я не повезу. Все, да, четко. Так, давай почитаем, что у нас по Half-Life вообще. Какая ситуевина. Так. Помнишь распределитель к западу от столичного центра? Я нахожусь здесь. Так вот, севернее него, севернее... Ты найдешь искомое, это куб, его ни с чем не спутаешь, тебе, наверное, такие еще не попадались, но можешь поверить, он совершенно безопасен, но он мне очень дорог. Так, доставь его, пожалуйста, в распределитель. Короче, окей, все понял. То есть, смотри, вот распределитель к северу, где-то здесь куб. Где-то здесь, что ли? Подожди, а что там мне говорили по какой-то этой... По реке, что-то еще... И, наверное, еще такие попадались, но очень дорог. Если у тебя получится найти куб, доставь его, пожалуйста, если не забудут от меня причитаться. Только... А что, подожди, а по реке-то что? А, так вот, севернее него течет река. А, я дурак, блядь, прочитал вообще по-другому. Пройди вдоль нее на северо-восток, и ты найдешь искомое. То есть, получается... Вот, севернее него течет река, а восток там. Ну, то есть, у вас там. У меня просто зеркальная вебка. Вот типа там. Где-то вот здесь. Где-то здесь найду куб. Блин, ну здесь типа Half-Life, ну это бред. Ну погнали. Ну еще трека. Погнали вдоль нее. Найдем куб. Все. Мы прямо от центра идем по реке. Блядский дождь.
Вот это странно очень, у меня так все замирает. И не перестает работать, короче, этот. Мотоцикл, типа, перестает работать, это странно. О, куб. Что-то легко как-то. Блядь. Да ладно, это куб из портала, что ли? Прикинь, реально. Это куб из портала. А при чем здесь Half-Life? Это же портал. Портал, а не... Это куб из портала, ведь, а не Half-Life. Странно. Он типа похлопал. А чё за фигурки персонажей? А, фанат Люденов, типа доставить его туда. Не, нафиг надо. Не хочу. Ну ладно, прикольно. Куб. Так, нет, доставить. Что? Лестница, блядь. Ладно, короче. Лестница. Легенда возвращается. Легенда. Как дела, сэр? Ты пытаешься всех нас пристыдить. О, максимально. Не максимально? Я-то думал, я уже 5 звезд у него получу. То мы так с ним, блин, это, балдеем. Так. Чё, очки какие-то? Ну, не, мои намного круче очки на самом деле. А, очки Гордона. А-а-а, прикол. Типа очки Гордона Фримена. Пока, Сэм. Окей, ладно. Отлично, доступен новый заказ. Блин, прикольно. Что там? Я только типа, ладно, только ему отдал, он мне уже настругал там этих загляните лайков. Терминал доставки. Так, там для меня-то грузов нет. Заказы для Сэма есть, прикинь. Ну ёпта, доставка криптобиотов. Что ж ты будешь делать, а? Короче, все, нет, хватит. Я и так уже пипец тут надоставлял вам, ребята. Все, пойдем. Ну а чё, а нам как-то вот надо доехать, бляха-муха. Как-то поверху, наверное, поедем. Что еще делать-то? Все. Доставим эти прототипы и поплывем. Но точно на тачке. Если она, конечно, у нас не разрядится. Не говори, что опять дождь пойдет, и опять эти твари будут. Бля, реально дождь пошел, прикинь.
Тихо. Ну да, 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 да. Ну, давай попробуем объехать. Я просто не... Я хочу это сделать на мотоцикле. Я пешком не хочу это делать. Ну, пиздец. Хотя недалеко. Ну давай, ехай ты, блин. Ой, как это контейнер разрушен. Где это, блядь? Какая жалость, тварина. Так, давай, ремонтный спрей. О, так еще и вдвойне можно их фигачить. Круто. Все. Давай, 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 давай. Главное ремонтные, просто главное, короче, вот эти контейнеры сохранить, потому что они хрупкие, там вообще написано. А я еще тут через такие дебри пробираюсь. Там вообще кое-как. Благо ремонтный спрей остался, хотя бы один. Ой-ой-ой. Давай, 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 давай. Ну давай ты, блядь. Че он не заезжает? Нихуя себе. Ха, ну я заехал. Я вообще где? О, так я вообще. Так, все, ладно. Надо, короче, ливать отсюда. У меня сейчас байк просто разрушится уже. О! А, нет, какой спрей? Сейчас мы, блядь. Еще где-то что ли? А, нет, все. Ну, там где-то он там, но это ладно. Ну, срать. Немножко давай вот так вот. Опа. Сюда. Блядь, где? Я вообще не понимаю, где. Ну ладно. Насрать. Ну ладно, не совсем насрать. Блять. Пропалился. Сука. Блять, куда ехать-то? Сука, потно как.
Тихо. Уродки, блядь. Ну там смотри, как они разрушаются, это вообще пипец. Капец, пот. Реальный. Твари. Короче, газуем, блядь. Найс. Ты прикинь, перегнали. Блять, аккумулятор почти разряжен. Но мы почти до порта дошли. А чё, давай, короче, это... Давай поставим здесь. А у меня есть ПХК. У меня, прикинь, ПХК нет. А чё у меня по моче, кстати? Чё ты? Нельзя, прикинь, посмотреть. А, он отворачивается. Не надо пачкать груз. Я понял. Нельзя, короче, посмотреть. Юху! Чё? В смысле мухомор? Эй! Что? Блять, поссал на людях, прикинь? Ну ладно. Ну шо, фигачим? Не, ладно, не фигачим. Не, ладно, фигачим, похуй. Не, мы успеем, я думаю. Юху! Блять, или не успеем. Ну, я даже зарядную станцию не построил. Так, давай, блять, я успею. Нет, я не успею. Нет, прикинь, я не успею. А зарядная станция есть? Лестница. Не видите, что я ее пропустил? Мост, почтовый ящик. Блять, а зарядной станции нет, прикинь. Ага, генератор, но он далеко. Ну, пожалуйста. Чуть-чуть совсем. Ну катись, 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 катись. Давай, 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 давай. Чуть-чуть, чуть-чуть осталось. Давай, 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 давай. Ну пожалуйста. Ну поехали. Ну чуть-чуть совсем. Как его дотолкать? Блин, прикольно так еще сделали, короче, работу его. Что он так чуть-чуть что-то подает, но уже все, типа. Ну это заводское, там, понимаешь, там чуть-чуть подшаманить, короче, и можно дальше гонять. Это чтобы аккумулятор, типа, в щадящем режиме. Там еще есть заряд по-любому, процентов 10. Смотри, нифига не реализовали, прикинь. Сейчас немножко подождем. Все нормально. И мы сможем доехать. Приколись. Реально, ну как в реальности, типа, чуть-чуть такой подождал и поехал. Гений, реально гений. Бля, реально гений. Ну ты знаешь, как, допустим, у тебя телефон разряжается, да? Ты такой... Он полежал-полежал немножко, потом ты включаешь, а у него там типа 5% осталось. То есть немножко накопился он. А может рекуперация, кстати. Может типа я кручу колесо, немножко рекуперация заряжается, и он типа едет.
давай, 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 давай. Бля, гений, вот это экспириенс. Слушай, ну я нигде такого экспириенса не получал. Респект. Вая. А так бы пердолил, прикинь? Согласен. А так бы пердолил. Красота. Блядь, гений. Точно совсем расквитался. Ящики доставлены в лучшем виде. И чё? Все просто. Твою мать, что случилось? Ты с горы упал? Мужик, лучше бы тебе не знать, что со мной случилось. Со мной столько всего случилось, это пипец. Ну, третью звезду качнули. Нормально. Так. Личная комната в твоем распоряжении. Да, я бы поспал. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать твой... Я из горы упал, и что только я не делал. Так, нет, все, ладно, это мы не выполняем. Отдых в личном, да, естественно. Все, мы идем отдыхать. Только тачку надо было в гараж, наверное, засандалить. Пипец. Вот это, конечно, опыт. Все, побалдели. Так, что, давай помоемся? Это, кстати, нельзя скипануть. Это прям сюжетно, видимо, что-то. Или просто другая, новая анимация. Мытья. Может, анимация просто другая была, поэтому не дали скипнуть? Че ты мне мелькаешь? Так, стоя, сидя, это ладно. Фигурки. Так, это мои какие-то прибамбасы. О, нифига. Так, это ладно, короче. Что-то подмигивает. Так, здорово, ты меня выручил, спасибо, дружище. Ля-ля-ля. Так, что-то мне грузит, короче, какими-то там своими этими. Так, портовый узел растет и процветает. Спасибо, Сэм. Та-та-та-та-та-та. Окей, хорошо. Так, советики. Советики. Вот, кстати, это прям реально инфа. То есть, ну ладно, пускай будет, потом почитаем. Сейчас пока не хочу. Что за мосты? Запросы на ресурсы. Мост, посмотрите, игроков, которые выставили мост, связь. А зачем это надо? Что-то вообще не удупляю. Ладно, короче. Так, а я, кстати, личинку-то не откладывал. Давай личинку отложим. Посмотреть стойку снаряжения. А что там новое?
Читовая схема? Сколько уже стрим идет? 3:20. А, типа эти. Покрасить кепку. Блин, кстати, прикольная текстурка у кепки. Вообще нормас. Ну, давай вот это. Типа вот у нас такие... Ну, нет, херня какая-то. Вот это давай. Типа синий этот и синий кипарик. И нормально. Так. Ну все, а что, нельзя выйти отсюда? А, не можно. Все, ладно. Выходим. Поедем, короче, уже в порт. Оставим тогда здесь, короче, наш мотоцикл. Посмотри. Вот так выглядел мир. О, еще смешнявка. Миллионов лет назад. Был один большой континент. А это... Знаешь что? А сейчас как он выглядит? Луна. Скоро я покажу тебе настоящую. Обещаю. Это причем ведь типа старые воспоминания... А, нет... Это не настолько старые воспоминания. Это реально какой-то ученый, скорее всего. Перед тобой откроется целый мир. Сможешь отправиться куда захочешь. Хоть на Луну. Тяжело. Тяжело. Так, ну, все, пройти в гавань. В гавань. Так, здесь у меня все есть. Так, можно в гараж сдать сразу? Нет. А почему не понял? Все, сдать в гараж. Сетевой гараж. Интересно. Все, ладно. Так, а мы, значит, заходим. Пакеты с кровью мы, значит, помещаем. А, у меня в подсумке уже все есть. А, использовано. Все. Давай суету наведем. Так, переработка. Вот это. Все. Благодарю вас за поддержку. Так, изготовить снаряжение, забрать материалы. Экс-граната, пакет с кровью. Гранаты, лестница, ремонтный спрей пакет. А, ну у меня ничего и нет. Все, я вообще налегке максимально. У меня тут, конечно, тут этого добра, пакетов с кровью и так далее куча. Но так-то в целом у меня все норм вообще. Спасибо за ваш вклад. Давай только знаешь, что сделаем? Распихаем. Типа на костюм. Вот эту штуку засунем. И все. Блять, столько этих гранат. А мне они так-то не нужны, по сути. Ну, мне столько не надо. На самом деле. Все. Естественно, надобности 5 миллилитров. Нормально. Мало. Что такое? О, там далеко. Что происходит? Что такое? Что это? Ладно. Что-то я не понял реально.
Чё за Half-Life? Блять. Ладно. А, у меня, естественно, надобности показываются, потому что, типа, я... Это... Писюнькал, короче. Типа, я наготове. Всему свое время. Понял? И это не оно. У меня, типа, писенье выбрано. Ну, как спидранин. Ботинки. Не, ладно. Ты объясни, что происходит, мадемуазель. Ты пробилась. Меня нелегко сломать, несмотря на имя. Ты видела этого урода, да? Хикс. Он лидер группы сепаратистов. Казалось, он как будто управлял той тварью. Потому что у него 7-й уровень, а то и выше. Чё, прокачанный, что ли? А ты много про него знаешь. Мы работали вместе. Можно сказать, у нас был договор. Ты вела дела с террористами? Деньги не пахнут, да? Тогда он был не такой. Так что у тебя за цель? Ты хочешь спасти мир или все испохабить, как он? Я просто... хотела бы, чтобы все было по-другому. Вот наш корабль. Ну, нормально. Ремонтным спреем попрыскать чуть-чуть. И в принципе, ну такой себе знак, блин, какие-то кости не эти. Не волнуйся, он на плаву. Тоже мне деловой подход. Пойдем, на борту все, кроме нас. Выглядит сурово. Че такая довольная, бляха, третий эпизод. Ух ты. Ну, ребята, третий эпизод. Ой. Мы доберемся. Завтра. Может, поговорите, обсудите там, что происходит. Как бы. Я ни на что не намекаю, конечно, но... Так много вопросов. Тебе говорила, Сэм. Прошлое не отпускает. Блин, хорошо так актеры играют вообще. Я хочу кое о чем тебя попросить. Это же прямо они вот сидели в костюмах в этих. Ну, специально. Это насчет того урода. Хикса. С точками. Это же прям супер поставленная сцена.
Чё, он уснул, что ли, реально? Или притворился? Не, реально уснул, прикинь. Ну, пипец устал, согласны. Согласны, узнали. Ты же помнишь... Ты же помнишь? Я не помню. А тебе, мать, так удобно, конечно, на каблуках-то щеголять по песку. Уже почти пора, Сэм. Я не знала, пока ты не сказал. Не знала, что я живая. Чё? Жизнь совсем неотличима от смерти, если ты одна. Ты тёплая. Ёпта, у меня, конечно, идут мурашки, но я ничего не понимаю. Я не хочу домой. Тут просто мир живет по таким каким-то своим законам. Я не хочу домой. Но нас в них не посвящают. И не говорите, что это из-за того, что я не читал эти записки. Смотри, это ловец снов. Надень его на ночь, и я отгоню кошмары. Я всегда буду с тобой. Ты забыл дорогу домой? Пойдем, я тебя провожу. Пройдем полпути, а дальше ты сам. Полегчало? Буду ждать тебя на берегу. Разыщи меня. Кто-то что-то понял? Раньше мы здесь часто играли с тобой. Ты меня перенесла. Сам бы я не добрался. Ты меня перенесла? Пока есть тело, в которое можно вернуться, нельзя приходить и уходить, как захочешь. То есть ты не можешь просто вернуться на восток? Нет, пока ты не объединишь нас, Сэм. Ее не существует, короче. Да лондонский все, мост я уже загнил давным-давно. На берегу. Сгнил и упал. Ёпта. Разыщи меня. Блять, может быть она в какой-то параллельной вообще вселенной? Я вообще что-то не врубаюсь. Может, она просто где-то там в какой-то этой потусторонней штуке. И я ее вижу только потому, что я, типа, у меня есть Doom. Я могу вообще там мосты наводить конкретно? Или чё? Ух ты. Ну ладно. И она причем, блин... И как ты можешь спать? На, вот взбодрись. И она такого же возраста, как и была со мной. Добро пожаловать в озерный узел. Ладно. Что? Ничего. Пойдем. Thank you.
грузы с портового узла. Направлен в Озерный. А где мой груз? Мне там столько крови. В общем, разберешься. Терминал доставки вон там. А я пока займусь своими делами. Чао, какао. Чё-то юлит она, короче. Чё-то она, мужики, вообще юлит. Что-то не договаривает. Хотя, блядь, мы не спрашивали ничего у нее. Чтобы она нам что-то не договаривала. Правильно, правильно. Как бы. Ух ты. Так, это мое все. Не, лучше потерплю. Так убери ты, господи, эту санину. Все, не используйся. Так, а я могу взять в руку? А, не могу, только на спине, а потом типа только распределить. Блин, вообще прикольная анимация. Бля, вот сделали, конечно, чуваки. Красавчики. Опа. Карта памяти. Ну что ж. Эть! Утерянный груз, озерный узел. Так это типа тоже сюда доставить, что ли? Ладно. А все уже. Ну я в руки возьму. Че мне? Как-то можно, блин. Все тут, да? Пойдем. О, нифига, он подмышку так взял. Прикольно. Пять. Да что ты, куда ты? А чё ты присел-то? Сейчас распределим. Это все равно все в озерный надо нести, поэтому как бы. О, вот и все. Блять. Все равно не взять, прикинь. Ну ладно. Так понесем. Куда мне топать-то вообще? Утерянный груз, еще утерянный груз. Ой, а где вообще? Я что-то подумал, что я на Луне на какой-то. А, нифига мне куда шпили-то? Тю. А я как это донесу-то все? Я вообще донесу это все? Да етишкин корень. Что ты? А как мне забрать? А как мне? Ты можешь как-то взять это? Нельзя. Что-то не удупляю. Да иди твою мать.
Не. Короче. Да ёп! Сейчас. Чё у меня вообще в подсумке пакеты с кровью? Давай выкинем. Вообще почти закончились. Да-да, давай подсумок. Давай, типа, лестницу выкинем. Эту гранату, которая тоже такая, типа, уже почти кончилась. Наконец-то, блядь. Все, короче, это пофигу, пускай. Пускай будет. Блядь. Да, блядь. А, пипец, вообще пипец. Господи. Как же я вообще... Нормально, там барахло. Все. Все самое нужное... Все самое нужное я всегда таскаю с собой. Нормально. Работаем, ребята. Бля, ну графон, конечно, вообще пипец. Классный. Это вообще классно, все классно. Ну, ёбаный рот. Ну, только похвалил игру, блядь. Чё, стебётесь? Блядь! Только похвалил, короче, игру. А тут текстуры нет. Блядь. Ну, чё за прикол? Ну, мы этого не видели, типа, да? Типа, нет этого. Окей. Мы этого не видели. Этого не было. Так. Тихо. Зато сейчас сколько сдадим всего, столько лайков. Блядь, что с текстурами, я не понимаю. А что с текстурами реально? У меня что-то какая-то фигня с текстурами. Ну не должно же быть такого. Что это за прикол? Ну так не должно же быть так. Черт, убери, чувак.
Не, тут ребята что-то вообще пипец, короче. Ты смотри. Ну, не должно так быть. Ты смотри. Просто нет текстур. А как так-то? Ребята... Потусторонний мир, типа? Ну, закон подлости. Говорю, только-только-только, короче, похвалил. Сразу косяк. Ну, да. Ну, я даже не знаю. Ну, это, типа, не то, что баг, то, что там, типа, просто разрабы это не пофиксили. Если бы так было, то... Как бы они бы это пофиксили. Но это, видимо, какая-то херня, типа, ну, не с моей стороны, а в смысле просто какая-то херня произошла с игрой, и почему-то не загрузились текстуры. Какие-то. Хрен его знает. Вон, смотри, сколько я с собой притащил добра. Добро пожаловать. Здорово. Мы следили за твоей лодкой. Не хочу грубить, но должен спросить. Ну такое, впервые, конечно. Никакой контрабанды нет? Опасного, запрещенного. Наверняка тебя проверяли, но мне придется взглянуть. С собой? Нет. С собой нет. Все чисто. Не вижу ничего необычного. Груз в порядке. Давно мы не получали такое добро. Так, нормально, ладно. Так, на всех объектах, связанных с UCA, теперь можно использовать керамику. Увеличено количество материалов, доступных для использования в озерном узле. А что, в смысле керамику? Великий грузчик. Блин, состояние груза никогда десятки, прикинь, не могу добить. Что-то это? Что-то состояние какое-то плохое у нас. Извини за беспокойство. Приходится быть осторожным. Мы, конечно, берем, набираем все на свете, говорят, но за качество... Можешь нас подключить. Как говорится, доставлю весь ваш груз, но за качество не ручаюсь. Мы берем объемом, а не качеством. Балдеж, да? Микрострок. А, ну тут такой, короче, псевдо-открытый мир. Но тут большие все равно карты, нифига себе. Это считай, как бы, да, зоны, но, блин, эти зоны все равно здоровенные. Прям очень большие. Значит, мы наконец-то в сети. Давно пора. Мы ничего не утаим. Столичный узел получит все. Если обмен данными нас защитит, я только за. Mm-hmm. И, кстати, тут не только я так думаю. Наверное, было лучше, когда сюда пришел Бриджес один. Тогда, по крайней мере, террористы и твари не осложняли нам жизнь. Ну, будь осторожен. Мир уже не тот, что раньше. И спасибо. Держи в курсе. Наконец-то преодолел точку ноль, Сэм. Поздравляю. И спасибо. Но дальше будет еще сложнее. Ну что поделать? Вы мне винтовку дайте, и нормально. Когда мы только прибыли сюда, все было по-другому. Спокойно. Три города. Озерный, средний и южный узлы. Поддерживали наши планы реконструкции. Понял. Все три заключили контракт с Fragile Express. Она поставляла припасы и обеспечивала связь. Но год назад все изменилось. Когда народ огня развязал войну. Первым исчез средний узел. Они взорвали старые ядра. Базаришь. Второй террорист уничтожил половину южного узла с огромным количеством жертв. У Бриджес нет ресурсов, чтобы самостоятельно подключить остальные города. Да я все вам подключу, ребята. Я электрик, доставщик, все что угодно вообще. Кто не хочет иметь дело с UCA, как бы сложно это ни было. Ситуация сильно изменилась с тех пор, как Бриджес-1 отправился на запад. Уничтожение среднего узла заставило нас выбрать новую стратегию.
Все так, как сказала Амелия. У нас нет времени и ресурсов, чтобы создать другой узел того же масштаба. Вот почему мы заключаем сделки с выживальщиками. У нас только один выход. Усиливать сеть, используя их убежище. Нужно быть особенным человеком, чтобы жить тут одному. Человеком, который пошлет нас, если мы позовем его к себе. Мы знаем. Никто не ждет, что они сразу согласятся. Пускай они не любят иметь дело с людьми, но они нормально общались с Fragile Express. А, ты хочешь прикрыться ее именем, чтобы войти к ним в доверие? Бинго! Она тоже согласилась. А взамен она получит... Это ерунда. Это шанс посчитаться с Хиггсом? Не могу ее за это упрекнуть. Он отнял у нее все и даже больше. Время лечит, но не такие раны, как у нее. Работа не будет простой и легкой, но ее нужно сделать. Отдохни пока. Поговорим позже. Сэм, мы вызываем. Сейчас отвечу. Тут просто кат-сцены. Киношку смотрим. Как-никак. Ну ты хоть объясни мне что-нибудь. Да. Это мне? Ты сестра моя или мать? Называется Кипу. Это узел по-старому. Еще с его помощью можно считать. Я добавляю узел, заводя друга. Ясно. Я буду добавлять по узлу каждую нашу встречу. Похоже, кстати, на эту... На... Радугу. Она такая же какая-то хитро выебанная. Это очень важный предмет, раз ты смог принести его. Особенный. Да, я сделал его для тебя. Как это мило. Я буду им дорожить. Как я с ней взаимодействовал того же возраста? Есть хочешь? Ты что ты не пихаешь этих, блин, букашек? Зачем ты здесь? Жрет и жрет их. Нет. Я про конкретно здесь. У меня посылка для курьера. Вот, это тебе понадобится в дороге. Чуйта. Он указывает на то, что ты работаешь на Fragile Express. Тут моя кровь и хиральные кристаллы, считая познавательный знак. Это чтобы местные выживальщики тебя не доставали. То есть мы теперь Мостострой Экспресс. Это была наша территория. Из-за Хиггса все пошло к черту. Ты прикольная актриса такая вообще. Экспресс. Наша репутация. Да все. Да вообще актеры крутые. И ты хочешь ему отомстить? В одиночку? В целом. Но я не одна. В пещере. В портовом узле. У твоей кровати. Мы так далеки, но постоянно видимся. Казалось бы, я была обречена рано или поздно сгинуть в выплеске. Но вот она я. Вот она. Что за магия? Ты используешь берег? Один из них. У тебя свой, у меня свой. Какой у меня берег? С его помощью я прыгаю. А можно я тоже попрыгаю? Я не могу вызывать твари, как Хиггс, но могу пойти за ним. Догнать на берегу. А, и у него, видишь, она плачет. Беда в том, что у каждого есть свой вход. Из-за хералия. Я могу проходить только через берег, который знаю, понимаю. Ты ведь слышал про мультивселенную? О, да выебывалась. Что с тобой? Прыжки отнимают много сил. Высасывают кровь. Захавала этого. Ты направляешься в краевой узел, да? Там полно террористов. Но если ты решился,
Тебе рано или поздно придется столкнуться с Хиггсом. Слушай, я просто курьер. Убивать монстров, террористов, это не ко мне. А если попробовать вместе? Я могла бы помочь тебе. Блин, я вообще за. И нам вовсе не обязательно иметь общую цель. Я за. Я перекину тебя через мой берег. В любое место, где много хиралия. Любое, подключенное к хиральной сети. И что же ты хочешь взамен? Это fast travel? Я хочу, чтобы ты подумал. Держи. Это тебе поощрение. Понадоблюсь, звони. А чё, у меня будет fast travel? То есть я могу, типа, я подключил, короче, пост, и могу, типа, между этими постами тпхаться, что ли? Ля, какой зонтик будем у неё. Общаться по нему. Какой зонтик понтовый. До у новых встреч. Я хочу такой зонтик. Нереально, я хочу такой зонтик. В жизни прям. Вообще пиздатый. Такой выебонистый. Вот как можно выебнуться зонтиком? Вот только так. Ты смотри, реально. Быстрые перемещения, прыжки в фреджайл. Мгновенно переместит вас в любой распределитель и на любую базу в зоне покрытия хиральной сети. Во, я тебе говорю, реально fast travel. Чу, заживем, ребята. Заживем. О, это я побил там всех, побалдел. А, и второго типа победил, еще маленького. Большого победил и маленького победил. Нормально. Это, видимо... А, это, видимо, понял. Короче, все мои встречи с духами. Вон оно что. Ну, с этими, с чужими. Ладно, короче, мы на этом стопорнемся. Вот такой вот, ребята, замес. Пройдем. Чё? Ты хочешь, чтобы я что сделал? Умылся? Умыться хочешь? Давай умоемся. Короче, продолжим на следующем стриме. Вот. По поводу Аватара. Сериал по Аватару. Просто я знаю, что... Блин, вообще, Аватара я люблю. Чё, блядь, кошмарите меня? Что за ёб твою мать? What the fuck? Ладно. Я на самом деле очень люблю Аватара. Я и Кору смотрел, и Аанга смотрел. Вот. Я ходил очень-очень давно. Я смотрел, короче, фильм Аватара. Когда они еще типа, ну они ведь, видишь, они типа замахнулись на все фильмы, там про воздух же первый был, там, ну или про воду, я уже не помню. Прям по книгам типа, прям части разбить. На самом деле задумка офигительная, но реализация такая супер на троечку. Он, по-моему, не провалился, но... Что? А что тебе надо? Душ принять тебе надо? Чел. Короче. Так вот. Я не могу, но он пипец живой, блядь. Так вот. Я смотрел фильм, ну такой, типа, то, что я любитель Аватара, конечно, мне прикольно понравилось, но в целом, если так рассуждать, он такой, блядь. Каст немножко мне не понравил, каст мне не понравился и все такое. Если это киноадаптация с теми же самыми актерами, то странно, что они решили серию делать по нему. Но я буду смотреть, потому что я люблю Аватара, я бы его поглядел, реально. Вот. Я бы его реально посмотрел.
Даже если говно, ну, это как Ведьмак. То есть Ведьмак от Netflix полное говнище. Ну, местами прикольно, но в целом говно. Я потому что раз списываю кипятком на Ведьмака, типа, я, в принципе, хаваю это. Но в целом, блядь, говно из жопы. Я, по-моему, там какой-то сезон последний вышел, третий, что ли, или какой там. Я уже не смотрю, ну, типа, не... я не буду его смотреть. И не хочу. Я Аватара недавно смотрел классный мульт, не аниме. А, ну, да, ну он уже супер старый, ты чё? Прям супер старый. Я еще по телеку его по СТСу смотрел, там, или по ТНТ, я уже не помню. С утра его показывали, по-моему, или вечером. Я забыл, короче, ну, еще по телеку. По телеку его пялил. Вот, а потом уже, так, когда Инет появился, я его пересматривал от начала до конца, по хронологии. А, не, по 2x2 я его смотрел. У меня 2x2 было. Ну, и есть, как бы, ну, и как бы... Ну, я раньше просто смотрел, когда телек, смотрел 2x2. Вот. И по 2x2 постоянно крутили Аватара. Вот. Ну, вот такая петрушка. Всем, ребята, большое спасибо за просмотр, спасибо за активчики. Чекайте группу ВК, там все анонсы будут, естественно, я буду держать в курсе. Сейчас пока буду подрубать почаще. Возможно, завтра подрублю, а может быть, подрублю послезавтра. Короче, все будет ВК, всем ББ. Вот. Ну, до пятницы просто я свободен, я, конечно, буду учиться, но до пятницы я свободен, я жду решения. Вот, как-то меня приняли, не приняли, взяли, не взяли. Вот, а так, пока, короче, как-то так. Ладно, все. ББ.